Давайте, давайте, ребятки, давайте, стреляйте быстрее. 220 очков. 200 очков. Ну, зашибись. Если я отсюда уеду, я останусь просто без подкреплений. Вот и все. Так я остался без ЗСУ. Без неких скорпионов. Видимо, тоже разведмашин. У меня только одна задача, и надо с ней как-то справляться. Нафиг мне здесь что-то разворачивать, если я... Если я здесь передовую базу захватил. Что, через огонь поедем? Боже, но здесь и разруха. Пехота наиболее эффективна в укрытиях, например, в зданиях или в лесу. На открытой местности она уязвима. Переводить пехоту на большие расстояния следует на транспорте. К чему это было сказано? Здесь сейчас все к чертям сгорит. Врагов поблизости не видно. Хоть что-то меня радует. А, ладно, поехали. Ждать смысла не имеет. Да, отлично, точка Лима потеряна. Надо что-то сделать. Индия нейтральна, вот Фокстрот вражеский, и это вот... Вот это вот мне не нравится. Доехать туда, что ли? Надо сохраниться. А то они так могут выскочить, как черт с табакерки, потом с ними сражайся. На три фронта. Это будет совсем не кстати. Вроде недалеко. Хотя, черт его, поймешь. Давайте, в общем, сгоняем. Вы остановитесь где-нибудь здесь, у базы. Будете прикрыты. А я останавливаюсь где-нибудь здесь. Какой лесок. Симпатично, симпатично. Так, наши пока едут. Покажите мне. Так, Фокстрот. Мы уже близко. Нам нужно уничтожить штабную машину. Хотя, может быть, они все равно смогут оттуда подкрепление получать, я не знаю. Может, их никак нельзя оттуда вычистить еще? Вот командный у вас. Есть. Плюс 200 чего-то мы получили или 200 урона нанесли. Продвигаемся дальше. Возможно, там еще есть враги. Так, все, возвращаемся. Иначе нам нечем будет прикрывать штабную машину. Это повлечет за собой проигрыш. Потому что очков на новую у меня нет. Как это не печально. Так, куда вы едете? Все в разные стороны поехали. Замечательно. Так, все, точка наша.
начала немножко приносить. Зачистите плато в секторе Чарли. Задача на 4 звезды. Захватите перекресток с помощью мобильных штабов. Захватите сектор Фокстрот. Я перекресток только что захватил. Это типа прикол такой. Давайте я еще раз встану и развернусь. Так. Что, задача не выполнена? А какой это штаб? Не мобильный? Если не мобильный, то какой? Почему я не могу, блин, подкрепление вызвать? А, да, точно. Валить надо с этой точки. Вот сюда. Что? Королевские ВВС берут под контроль воздушное пространство над Ганновером. Надо вот так посмотреть. О боже. У нас проблемы. Т-62. Яй-яй-яй-яй-яй. Не вздумай приближаться. Не вздумай захватывать мою базу. Просто не вздумай. Ух ты ж, ё-моё. Нифига ж себе. Вот это атака, так атака. Курса надо обратно. Жесть. Видите, что здесь творится вообще? Какой-то полный переполох. Ло-л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 о, куда-нибудь да попадет. Это уже опаснее. Да, попало в леопард. Так, чифтен сюда, леопарды сюда. Ёкарный. Фух, вроде справились. Мотострелки еще подпирают. Главное, чтоб не подошли. Зараза! Да что ж такое-то? Слава богу, не попали. Так, паникует. Так, один остался БМП. Хорошая у них атака была, собранная такая. Но это не помогло, насколько я понимаю. Надо бы отойти, отчиниться. Леопарды у меня поточнее будут, скорее всего, чем чифтейны. Так, это все мы захватили, с этим всем мы справились. Теперь нужно где-то взять 200 очков, 220. По-хорошему. Ладно, отойдем тогда всеми частями вообще к базе. Отчинимся. Они по-любому все покоцанные. Вон чифтейн без... Топливо уже у нас. Сколько у нас там задач-то вообще? Одна осталась.
Так, стопэ. Зарядка, топливо, починка. Давайте все сюда. Всем все нужно. Правда, сейчас база кончится, я чувствую. Такими темпами. Штаб по-прежнему немножко закачивает нам денежек. На приобретение второго штаба, видимо. Так, стоп. Да, вот если база кончится, то будет плохо. Негде нам будет доставать поддержку. Ну так, еще на один заход хватит, а дальше будет фиговенько. Так, вот Индию хорошо бы захватить. Вообще, все эти три участка надо будет захватить кое-как. Можно пока попереться в точку Кила, в сектор Кила. И оборвать там ресурсы противнику. Потихоньку делать ему такие гадости, чтобы он не мог собраться в кулак и атаковать нас. Всеми силами сразу же. Лучше потихонечку разбирать по отдельности. Чифтейн, как всегда, медленный какой-то. Я не понимаю, что он там. Реально, что ли? Сверхтяжелый какой-то. Так, стоп. О боже. Еще кучу Т-55 нам не хватало. Есть. Это был 55-й, насколько я понимаю. Остались только БРДМы. Ну, сейчас БРДМ быстро сольется. Есть. Красивый взрыв. Остались только мотострелки. Да и их не осталось. Вот о чем я и говорил. Небольшие армейки врагов. Что у нас там с леопардами, кстати? Они как-то хило набирают уровни. Здесь нам нужно найти штабной УАЗ. Какие здесь автобаны. 75-й год. У нас до сих пор таких нету. Текс. Противник. Нет, база. Передовая. И там может быть очень туго нам и тяжко. Давай, где этот засранец прячется? Видимо, совсем у границы карты. Кстати, карта здесь напополам закрыта, напополам открыта. Нам только вообще доступен маленький кусочек от всего этого великолепия. Может быть, потом откроют. Все, есть. Возвращаемся обратно. Надо защищать эхо. Тем более, что скоро, кстати, у нас хватит уже очков для того, чтобы занять вторую позицию. И потихоньку начать копить ресурсы. На случай непредвиденных каких-то проблем. Все-таки, я думаю, стоит заказать не за 200 очков, а за 220.